8 апреля в Центральной библиотеке города состоялась встреча пресс-секретаря администрации Екатерины Хасько с членами волонтерского штаба. Речь шла о проектах, выставленных на общероссийское голосование по благоустройству территории в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2021 году. Голосование пройдет на платформе «Диалог», дизайн проектов «От нашего города 2», территория набережной между Атомпарком и городским пляжем и набережная возле тропы здоровья. Волонтеры обсуждали виды проектов, этапы их реализации. Подключился Минстрой вот к этой программе. Именно поэтому мы с вами в этом году голосуем на платформе «Диалог». Затем перешли к способам голосования. В городе уже идет размещение листовок и рекламных плакатов, информирующих о проектах благоустройства. На оборотной стороне листовки имеется полная инструкция и QR-код для перехода на платформу. В городе будут расположены 4 волонтерских пункта для разъяснения жителям максимальной информации как по проектам, так и по способам голосования. На единой платформе за госсреду, да, то есть вот здесь авторизируется, потом с помощью волонтеров. Далее здесь еще подразумевается, что человек сам может навести просто свой телефон, если у него есть сканер QR-кодов, да, и он попадает по QR-коду сразу на площадку голосования. В 2018 году Десногорск впервые стал участником федерального проекта «Комфортная городская среда». Но в настоящее время благоустройство территорий проведено во многих дворах города. Также в рамках этой программы в 2019 году был обновлен городской пляж. Опыт участия Десногорска в приоритетной программе, комплексный подход к благоустройству территорий, заинтересованность населения и властей в преображении города стали предпосылками для эффективной реализации мероприятий национального проекта. В 2021 году в 4-м микрорайоне будет тоже у нас благоустройство. Видите, то есть у нас еще идет период, где тоже данная программа будет действовать. С 26 апреля по 30 мая 2021 года будет проходить общероссийское голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства территории Десногорска в формате онлайн с использованием общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды za.городсреда.ру, разработанной Минстроем России и автономной некоммерческой организацией «Диалог». От мнения горожан будет зависеть выбор проекта для дальнейшей реализации. Ваш голос важен для нас. Сделаем город комфортнее вместе.